Пожалуйста, следующий, побыстрее. 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 Фамилия? Пипенилов. Пипенилов, Пипенилов, Пипенилов. Инициалы? ББ. Борис Борисович? Сергей Сергеевич. Не понял? ББ — это я по матери. По матери, говорится, баю, баюшки, баю, где же носит мать твою, да? А как будете сдавать Пипенилов? Тоже по матери, я не понял. Как и всех, я до вас всех сдал и вас сдам. Кому мне собираюсь сдавать? Кому мне сдавать? Знанием буду. Каким знанием? Сдавать. Вам, в смысле, вы принимать, я сдавать. Кому знанием мы вам? Вам сдавать. Мне? Мы, да. Я знаю, а вы? Я знаю, что вы знаете. Да я-то знаю, вы-то знаете. Знаю. Знаю. А как вы будете сдавать Пипенилов? В течение полгода не было ни на одной лекции. Как вы будете сдавать Пипенилов? Как? Экстерном. Чего? Не понял. Экстерном. Экстерном, вы хотите сказать? Им. Им. Один человек им экстерном сдал в моей практике, это Ульянов Ленин. С нашего потока? Нет. С параллельного? Нет. Но намекните, кто он хоть? Этот хирург, патологоанатом, глазнюк ли? Кто? Хорошо, что нас Пипенилов никто не слышал. Глазнюк, следа бища-то какая. Ладно, берите билет, может, что получится. Побесею только. Побесею. Два всего осталось, остатки. Но... Берем билет, побесею только. Раз, два, три, четыре, пять. Начинаем замешать. Три, четыре, два, пять, два. Не надо, надо пять. Раз, два, Пипенилов, три, Пипенилов, что, на дискотеке, что ли? Не винил, сотрешь. Берем билет, читаем, бесеем. Берем билет, бесеем. Читаем вопрос. Вот, не домешал. Что там? Полипозный ханальный синусит рецидивирующий правосторонний дивергентный в стадии ремиссии смеяло церебровегетодистония клирикального типа с астроцикальным исходом. Очень хороший простой вопрос. Отвечаем. Вообще не знаю, кто это. Берите еще один билет. Минус 2 балла. А чего меня так сразу опускаете? Везде, где не сдавал, понижение, скачок, 1 балл, у вас сразу 2, опуск. Ой, как мы заговорили, опуск, опуск. На лекции не было в течение полгода минус 1 балл, на билете минус 2 балла, на другие дни опять... Берите билет быстрее, отвечаем. Читаем вопрос. Что читать, до нас все написано. Что написано? Признаки беременности. Очень хороший простой вопрос, отвечаем. Признаки. Чего? Признаки. Не понял. Признаки! Вам бы, Валериан Валерьянкович, самому сходить на кафедру к логопеду, дикцию откорректировать. Валериан Валерьянкович, извините, мысль вылетела, рот не успел закрыть. Извините, Валериан Валерьянкович, отвечаю, признаки. Бесея. Значит, с верхнего начать, да? С главного, то есть, принято. Ну, правильно. С него и начнем, да. Если женщина беременная, это надо определить благодаря признакам. Если эти признаки есть, и мы видим на лицо двух женщин, только благодаря совокупности всех признакам мы можем определить, какая из двух залетела. Если этих признаков нет, никогда не сказать, в каком положении женщина. Собрав все признаки воедино, можно всегда, концентрируя их в фокусе одного направления, глядя на ту или на другую, сказать, в каком положении та или иная. И если эти признаки есть, всегда можно сделать вывод, одно так или нет, никогда не бывает по-другому. Сейчас с кем мы разговаривали? Нами двумями. Вот именно, двумя. Двумя. Двыми, выми, с нами, сами. Все без вымя. Ями и выми. Все, хватит. Беши. Значит, не подсказывайте там, кто там. Так, не рви. Через окно просто. Беши. Дети. Значит, если женщина беременная, значит, первый признак такой. У нее... кривые ноги.
чё так? Кривятся чё-то. Да. Видимо, плод давит на таз. Таз давит на ноги. Ноги не выдерживают и кривятся. Да-да. А если плодов два, то давление двойное, а вал еще шире между ногами. Да. А если три, то она вообще гребет, как утка. Так. И сразу люди видят, говорят, он, смотри, беременная куда-то гребет по своим делам. А если четыре, что она делает у вас в пепене? В смысле, если четверня? Ну да. А тут уже, как говорится, лежи дома и жди. Кого? Ну кто там будет на выходе, того и встречай. Хорошо, кивые ноги. Кривые, я говорю. Ноги. Давай, признак. Выпадают волосы? Откуда ты? Да отовсюду помаленьку. Но больше с тыльной части туловища. Отсюда отпадывает. Почему? Потому что плодам надо витамины. Где брать? От головы солнечная сторона. Из ног тянуть глупо, сыро, земля. Ну хорошо, выпадают волосы. Еще признаки? Очень плохое настроение. Чего так? Ну а чему радоваться, если ноги кривые и волосы выпадают? Еще признаки есть? Сколько ж их там? Раз вы спрашиваете, есть. Если по этим трем основным не определить, тогда визуально на глаз четвертый дополнительный. Если женщина беременная, у нее большой выпуклый живот. А не беременная, малый впуклый. Хорошо, что у нас с вами женщины не слышат. Пук, выпукай, пук, выпукай. Стыдоба, пепенев, стыдоба. Если вы заметили, то, пепенев, я немножко лысоват, правильно? Есть, у меня есть. Живот, ноги кивые. Все знают. Знают. И очень плохое настроение от знания моего предмета. Это значит, о чем говорить? А что? Вы, то есть... Положение? Все, хватит! Кто отец? С нашего потока? Все, хватит! Короче говоря, когда я рожу, тогда и сдадите мой предмет. До свидания. Валерьян, Валерьян! Валерьян, Валерьян!